Реликвия? Не наше дело. Зачем она? Глок хотел ее и получил. Чувствуй жар! Thank you.
Великому умнику скоро конец. Если он не поймет, как пробудить реликвию. Эйнар, он же... Я бы с радостью сбросил его в воду. Я видел в покоях.
что там впереди? За шум. Неужто это сенсурта? Что ты сказал? Клод, прошу! Хватит, умник! Ты жалок. Почини эту штуку! Я попробую, господин. Прошу! Ты попробуешь? Не пробуй, а делай! Или ты жаждешь смерти? Нет. Я не подведу тебя, но я не могу обновить реликвию без... Ты подвел меня в последний раз! Ты не понимаешь, а? Реликвия пуста. Бесполезна. Способ пробудить ее... Я искал его везде. Но в записях Ивальди путаница. И уверяю я... Назначение! У нее одно назначение. Привлекать всякий сброд! Да!
Дамы, господа. Скажи, куда сын Сурта унес реликвию? Я не могу. Просто так. Кто ты? Хави из Асгарда. И твоя судьба в моих руках. Отвечай, или я оставлю тебя на растерзание Турсом. Нет, я могу помочь. Ты знаешь, куда открыл врата Глот? В хранилище. Я проведу тебя туда, клянусь. Я слушаю. Говори быстро. Хранилище запечатано древней магией, но я знаю, как туда попасть. Ты поможешь достать реликвию? Да, но это не главное. То, что происходит в самом хранилище, куда важнее. Они скоро будут здесь. Можешь идти? Кажется, не могу. Ничего. Пора идти. О! Не сдохни. Ты ставь меня под удар! Уже не одни, предатель. Вперед! А, лучше бы я остался с Глодом!
Ты сказал, что поможешь мне. Говори как, предатель. Не называй меня так! То, что я трудился на благо турсов, не значит, что я предатель! Лишь глупец щится оспорить очевидное. Предатель, я чувствую ложь до того, как ты ее изречешь. Ну тебя, хель! Урсен уже близко. Скоро и сдохнешь. Что ты делаешь? Пора идти. О, славно! Будь здесь. Что? Куда ты идешь? Вперед! А, лучше бы я остался с Глодом! Побеседуем где-нибудь, где спокойнее. Здесь должно быть безопасно. Ты серьезно? Настолько близко к горе? Здесь турсы точно отыщут нас. Тогда рассказывай все, что... Послушай же, нам нужно бежать! Говори по делу, предатель. Не зови меня так! На все есть причины! Но твоим умишкам их не понять! Тебя слепят злоба, безумие, тупость и... Выбирай-ка слова, Дверг. Или умолкнешь навеки. Мой сын. У них, у турсов. Я служил им, чтобы спасти его, понимаешь? Освободи его. И я сделаю все. Даже отведу тебя к тайнику Глода. Нет! Сын. Мой сын. О, мой сын. Что они с тобой сделали? Руки прочь! Тебя хотела пощадить она, а не я, гнусный ты подлец! Замолчи! Бальдр не посмел бы говорить со мной так. Ты лишился глаз. Хочешь, чтобы отрезали язык? Мне нет дела до Двергов, но пришлось спасти аж троих. Вы можете драться? Конечно, нет. Значит, послужите мне иначе. Ты... мне должен. Мы еще поговорим, но сперва нам нужно помочь асам попасть в тайник древних. Что ты... ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Тебе нужен будет... солнечный камень, усиленный должным образом. Сын, если так мы сможем избавиться от турсов... значит, выбора нет. Хорошо. Один солнечный камень стережет Онарторг. Принеси его на Хвергельмирмюльну, и я выкую то, что нам нужно. То есть трудиться опять мне? Ладно. Солнечный камень стережет Онартор. Этот торговый городок давно заброшен. Ищи меня на Хвергельмирмюльне. Мы переплавим этот камень так, как нужно. Я воин. Кузнец ты.
Камень я тебе принесу. Мои глаза будто заживают. Не верится, что я просил тебя убить отца. Эйнар пошел на все ради тебя, неблагодарный ты пес. Но он все равно служил нашим врагам. Разве нет? Не дерзи, или лишишься зрения навек. Я хорошо умею вырывать глаза. Демон Чшуполити. Мудро сказано. Тебе здесь нужно. За тобой не следили? Нашлись самоцветы. Вот, держи еще самоцветы, Дверг. Ну, будь вторжение правдой, разве вокруг валялось бы столько богатств? Посмотрим, что я смогу найти. Открою глаза и вспоминаю, как сидел в своей любимой таверне Бульдере. Ой, сладкий мед, терпкий эль и соленые желуди. Столько тружусь, что у меня уже мозоли на мозолях. Гляжу, снова ты. Достаточно. Ч-ч-ч-ч. Мы не одни. О, неужто новый рисунок? Дай взгляну на товары. Thank you.
что-нибудь? Пойду-ка я отсюда. Столько дружусь, что у меня уже мозоли на мозолях. Смотрю, ты жив и здоров. О, я обязан тебе жизнью. Эй, смотрите, вот о ком я говорил. Еще чуть-чуть, и меня б зажарили. Вот твоя награда. Крайне щедро, знаю. Бери. Ни слова больше. Буду ждать от тебя того же. Нужно найти тех, кто в ответе за смерть замученных двергов, и остановить. Ха-ха, здравствуй! Да улыбнется тебе удача, как улыбнулась мне! По твоему виду даже и не скажешь, что твой народ в беде. Ах, конечно, это трагедия. Но в жизни всегда нужно искать крупицу золота. Здесь я счастлива, как никогда. Расскажи о себе. Может, и у меня на душе полегчает? Я кузнец. Не хуже наших мужчин. Но попробуй, докажи им. Если у тебя нет бороды и волосатых ручищ, никто и не поверит. Сперва дела шли скверно. Работы не было. Эти болваны никак не хотели обращаться к женщине-кузнецу. И тут началось вторжение. Мы ушли в убежище, и я здесь единственный кузнец. Уж теперь-то меня заметили. Лучшие доспехи, острые мечи. Теперь все хвалят кузнеца Эльгу. Печально, что для этого стольким пришлось погибнуть. Что-нибудь нужно? Ну, прощай. Это же
не может. Я жив? Я снова жив! О, благодарю за помощь! Как же мне повезло вернуться к жизни! Больше я не потрачу впустую ни единого мига. Дорогой, я... И ни шагу не ступлю на ту шаткую крышу! К чему ее чинить? Крепить черепицу не так уж и важно! Пора начать новую жизнь! О, нет! Не плачь. Но я с ним так и не попрощалась. Что ж, я попробую снова. Я жив? Да, ты ожил. А теперь замолчи и послушай ее. Ладно. А ты кто такая? Бо, ты не узнаешь меня? Это я, твоя Лив. Признаю, ты мила собой, но я вижу тебя впервые в жизни. Ты верно головой ударился. Забыл, как пылало пламя нашей страсти? Сколько лет мы жили здесь? Послушай, Бо, а где ты спрятал свое... наше сокровище. Сокровище? О чем ты? О, нет! Да прекрати уже! Сейчас сдохнешь, Ириан! Ты победим! Огонь ты нас не сил! Чем ты оживляешь меня? Чтобы утолить свое любопытство. Так, ты ее знаешь? Сегодня увидел впервые. Рассказывай, что ты затеяла. Ну... Где ключ от моего дома? Ты обобрала мой труп? Да, все так. Увидела, как ты упал, и решила. Наконец-то я приберу к рукам все ценное в твоем доме. А может, и сам дом. Но тут бродит слишком много турсов, так что оставлю ключ тебе. Прощай. Фу, оставьте меня в покое! А! Постой-ка. Сначала отдай ключ. Ладно. А ты ловкая особа. Знаешь кристальные пещеры близ Ульдора? В них есть убежище и другие дверги. Там безопасно. Ладно, пойду туда. Вот ваш дурацкий ключ. Спасибо, что уж.
Похоже, это здесь. Скучновато, но... Тут было тихо. Простая жизнь. Покой, которого меня лишили, козни Локи. И, увы, мое собственное безрассудство. А здесь никого нет. Ну да, разве дверги могли противостоять Турсам? Эйнар говорил, что камень стережет городок. Что ты видишь? Этот городишко стережет лишь одно. Вон та статуя. Ничего. Но здесь был камень, который осторожно вытащили. Ни царапин, ни следов огня. Значит, его забрали не турсы. Помню, в детстве мы с братьями порой крали что-нибудь у фей. Славные были времена. Иногда феи успевали заметить нас и пытались поскорее спрятать свои сокровища. Феи, дверги, все они мыслят схоже. Нужно обыскать в этом городишке каждый уголок и как следует. Посмотрим, для чего Эйнар тебя приспособит.
стойкий страж. Твоя бдительность всем нам пример. Ты как, цела? Хотела у тебя то же самое спросить. Жить буду, спасибо. Ты отважно сражаешься. У меня большой опыт. Я бы дала тебе что-нибудь в благодарность, но, видать, обронила мешок, пока бежала. Укройся где-нибудь. Вот лучшая награда. И все же хочу тебе что-нибудь дать. Знаешь убежище Гренхеллер? Пещера с огромными кристаллами. Ищи меня там. Кстати, эти звери разговаривали, клянусь. Думала, что спятила, но это были йотуны. Они собирались вернуться в стаю. Где-то на Черном берегу, к западу от Судромюльны. Тебе знакомо это место? Нет, но я отыщу этот Черный берег и все выясню. Будь начеку и спасибо. Надеюсь, увидимся в убежище Гренхеллер. Я знаю, где искать эту тварь.